посмотрел ваше производство, здесь, конечно, впечатляет. И я вот сейчас руководителю сказал, что если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил точно. Мы, говорит, и не приобрели бы тогда даже вот те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков. Это здорово впечатляет, и качество работы, и применяемые технологии. Ну и, конечно, одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем постоянно в последние годы, это подготовка кадров.